названы сроки высадки человека на Марс. Британский астронавт Тим Пик считает, что уже через 20 лет человек сможет сделать свой первый шаг на Марсе. Коммерческие проекты могут приблизить это событие. Британский астронавт Тим Пик заявил, что жители Земли высадятся на Марс примерно через 20 лет, сообщает Independent. По его словам, недавний удачный запуск Falcon Heavy компании SpaceX является очень вдохновляющим. Люди на Марсе. Полагаю, это будет в конце 2030-х. Это то, над чем работают государственные космические ведомства и международная группа по исследованию космоса, сказал Пик. При этом коммерческие проекты в духе инициатив Илона Маска могут приблизить это событие, считает астронавт Хокинг. Людям необходимо покинуть Землю. Напомним, ранее НАСА завершила отбор кандидатов для подготовки полетов на Марс. В отобранную группу вошли 12 человек. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.